Всем привет! Вы на канале Девочки и куколки, с вами Марина. Сегодня я записываю видео, как сшить комбинезон-слитник вот по такой хорошей выкройке. Видео, где я делала эту выкройку, уже на канале. Посмотрите и сделайте себе такую выкройку. Кукла у нас Baby Bond 43 сантиметра. Сейчас будем делать раскрой. Ткань я взяла другую, потому что у меня не записала камера, разрядилась и не записала, как я выкраивала этот комбинезон. Берем ткань по долевой. Это или кромка, или вы вот так потянете ткань, она не должна тянуться, это долевая нитка. А поперечная она тянется. Для того, чтобы правильно выкроить две полочки, мы накладываем выкройку. И оставляем обязательно примерно 2,5 сантиметра. Если вы будете сделать загиб два раза, то побольше оставьте. Я делала один раз здесь загибчик. Срезала я все кромочные, чтобы не ошибаться. Одну полочку мы раскраиваем так, а когда мы делаем вторую полочку, выкройку нам надо перевернуть. И еще смотрим рисунок. Если у вас есть рисунок и расположение то вверх, то вниз, обязательно это учитываем. Как мы будем раскраивать спинку? Ткань нужно сложить в два раза. Положить по краешку выкройку, приколоть булавочками и обвести вырезать. У меня не хватило ткани, и я делала рукав сборный, поэтому я выкраивала вот так. Выкройку загнула и выкраивала. Я думаю, что вы справитесь, и ничего тут сложного нет, но маленькие подсказки, они всегда нам нужны. Всем приятного творчества! И смотрите видео до конца, у вас все получится, мастер-класс будет несложный. Дорогие подписчики и гости моего канала, я прошу вас, пишите комментарии, что вам понятно в моих видео, что вы еще хотите увидеть на моем канале, мне будет приятно, а вам не трудно. Также поставьте лайк, если вам понравилось видео, а если не понравилось, то дизлайк. Такое тоже иногда бывает. Рукава я наставила, обметала строчкой зигзаг вот это соединение, загнула на сторону горошек, и сейчас еще можно сделать один шов, а можно его не делать. Это по желанию. Когда будем загибать рукав, здесь тоже будет шовчик. И теперь нам надо учесть такой момент при соединении двух деталей, четко вот эти вот срезы соединить аккуратно, иголочками сколоть, когда будем плечо прошивать, чтобы они были здесь ровно вместе. Вот так. Что еще я сделала? На полочках я приклеила флизелин полосочку. Если у вас нет флизелина, при раскройке оставьте здесь побольше места, чтобы загнуть в два раза. Я буду загибать вот так и делать строчку. Сначала обметаю край, потом загну, сделаю строчку. Прошила на рукавах шов,
загнула и здесь прошила шов, краешек обработала строчкой зигзаг. Одну полочку я сделала загиб больше, а на другой полочке загиб меньше. На одной будут пуговицы, на другой проранки. Самое трудное в этом мастер-классе для меня сделать проранки и еще потом пришить капюшон. Пока все просто, ткань хлопковая, шьется очень хорошо. Надо собирать наш комбинезон. Складываем детали. Так удобнее шить. Сначала здесь все аккуратно прошить, а потом уже заниматься другими швами, деталями. Показываю ширинку. Все аккуратно, прошила шов, обработала строчкой зигзаг. И пока нам удобно работать вот с этим местом, с планкой, что я еще предлагаю сделать? По лицевой стороне я соединила две полочки и просто прострочила вот такой прямоугольник. Пуговицу мы не будем делать до конца, и чтобы это место не расходилось, я уже по опыту знаю, лучше прошить в этот момент. Проранки делать я пока не буду, потому что еще точно не знаю, где надо делать пуговички. В этот момент также можно вшить молнию или липучку, это уже по вашему желанию. Может быть, мне тоже липучку вшить, я пока еще не решила. Иногда шьешь изделия, и какие-то идеи приходят. Следующий этап – мы будем подгибать ножки. Можно подгиб делать потом, но это будет сложнее. Сейчас у нас получится все аккуратнее. Можно прогладить утюгом, можно иголочками. В какую сторону вы заложите? На одной штанинке шовчик, на другой штанине в эту же сторону. Я заколола с обеих сторон, проверяю длину штанишек, чтобы они были одинаковые. Соединяем рукав здесь, иголками скрепляем, потому что у меня здесь был комбинированный рукав. Если у вас цельной, то вам, конечно, проще. Также прошиваю здесь швы. Только вот до этой выемки делаю обметку строчкой зигзаг и также заворачиваю рукав, подгибаю рукав. Только после этого будем делать боковые швы. На плечах я сшила рукав, обметала и буду делать здесь загибчик рукава. И с этой стороны. После того, как прошьем загиб у рукавочка, можно сшивать боковые швы. Вот низ. Это рукава обработка. Теперь соединяем аккуратно и сшиваем боковой шов. И внизу сами смотрим, какую вам ширину сделать к низу брючки.
прошила боковые швы. И все-таки хочу, прежде чем сделать обметку, хочу примерить на куколку. А вдруг все-таки что-то надо еще откорректировать. Снимаю такой комбинезончик. И одеваем. Пока наизнанку одеваем. Самое главное, как в боках получилось. Не туго ли? Получается даже немного свободно. При желании можно немножко здесь ушить. А можно сделать такой вот свободненький. Останется нам пришить капюшон. Это немного сложно. Да, немножко, чуть-чуть я в боках ушью, прям по чуть-чуть. А так выкройка идеальная, все хорошо. У меня кукла 43 сантиметра. Вот так смотрится комбинезончик с изнаночной стороны. Из хлопковой ткани шить его легко и просто. Тем более, если вы будете делать каждый шаг вместе со мной, у вас точно все получится. Выворачиваем и примеряем. Пока я ничего не обрезаю, я хочу пришить капюшон. Если вам не хочется пришивать капюшон, вы просто обрабатываете горлышко, и у вас получится комбинезончик без капюшона. Одеваем туфельки, чтобы уже был как комплект. И какого цвета сделать капюшон, я пока не знаю. Вы уже точно знаете, потому что в начале видео, как всегда, я делаю фотографии. А когда я шью, еще не знаю. Смотрите, как одевается туфелька. Здесь такой у нас есть. Оп! Вот. Такая полосочка, которая помогает одевать туфельки. Может быть, капюшон сделать красный и вот с такой отделкой. Или наоборот. Самое главное, здесь вот еще должна быть правильная длина. 40 сантиметров на 13, но эта длина большая точно, поэтому можно 38 сантиметров. Потом обрежете то, что вам будет лишнее. Я сейчас пришью полоску и сделаю вот так загибчик. Это будет окантовочка у меня. 18 сантиметров. 13 сантиметров. Мой совет. Когда будете делать эту полоску, не 13 сантиметров шириной, а 14. Я пришила полоску, сделала шов наискосок. И получился вот такой капюшон. Можно оставить при желании такую вот верхушку гномиком, а можно сложить, смотреть все здесь шов ровно-ровно. И теперь вот так прошить. И обрезать. Будет капюшон тогда шапочкой. Внутри шапочку обметала, обрезала. Теперь у нас шапка не гномик, а как шлычок. И немного здесь обрезала. Выворачиваем. Примеряем. Капюшон получился прям только-только. Можно было на сантиметрик вот здесь вот пошире сделать, как я вам уже говорила.
Теперь смотрим, как мы впереди будем делать вырез. Теперь уже по куколке смотрите, вырезаете и будем пришивать капюшон на руках. Ну, кто поопытнее, только иголочками, но я буду делать с наметкой. Я приметываю, пришиваю на руках и вижу, что у меня на спинке лишнее. Могу сделать вот такую складку аккуратную. А можно просто здесь проложить строчку и присборить. Тогда будет еще лучше. Но так как у вас будет капюшон на 1 сантиметр больше, то у вас все получится. Это я обкроилась. Я думала, еще у меня будет здесь дополнительная отделка. Отделка получилась очень маленькая. Поэтому капюшончик делаем на 1 сантиметр шире. Показываю, как я пришиваю. Оставила здесь 1 сантиметр, но можно этого не делать. Если ширина капюшона будет позволять, я делала, пришивала на самый край. И вот в этом месте у меня спинки больше, чем капюшона. Я проложу строчку и присборю. С широким шагом строчку и присборю. И потом точно так же приметаю, все пришью, строчки зигзаг обработаю, выверну и сделаю еще одну строчку. Пристрочила капюшон. Получается немного сборка сзади. Но у вас все будет хорошо, потому что вы на 1 сантиметр сделаете его больше. Теперь по лицевой стороне надо сделать строчку. Вот так загибаем и прострочим. Предварительно строчкой зигзаг обработаем. Я померю еще разок. Я вам показала еще один вариант, как можно сделать застежку на такой вот комбинезончик. Это тоже удобно играть. Если прилипать перестанет, можно сменить. Такой интересный у нас получился комбинезончик, комбинированный. Тем более у нас уже для него есть обувь. Как сделать обувь, конечно, есть видео, мастер-класс. Капюшончик снимается легко. И вот так смотрится. Я полностью дошила комбинезон. Все получилось. Желаю вам сшить такие комбинезончики для своих куколок. Всем удачного творчества. С вами была Марина. Всем пока. Жду лайк.